Доброго времени, дорогие друзья! В этом видео мы рассмотрим с вами, как создать вот такую вот ссылку для регистрации в сервис кэшбэк, где ваш потенциальный партнер сам будет вводить пароль. У нас есть по умолчанию реферальная ссылка, которая находится в разделе «Партнерка», вот на такой лендинг, где, соответственно, потенциальный партнер вводит имейл, имя, номер телефона и регистрируется. И ему на его имейл приходят уже данные с паролем. Вот такую вот реферальную ссылку вы можете легко создать. Вам для этого необходимо в описании под этим видео взять вот эту ссылочку и вот здесь после «равно» прописать ваш ID из сервиса cashback.ru. То есть вот здесь в разделе «Мой аккаунт» в описании вам нужен вот этот ID. Не вот эти цифры, которые в реферальной ссылке указаны, вот регистрация партнеров, а именно вот это вот под вашим именем и фамилией, вот этот ID. Вот эти 6 цифр вы копируете и в конце ссылочки вот так вот после «равно» вставляете. Тогда при переходе по этой ссылке сработает вот такая вот форма регистрации, где будет видно вашу аватарку, ваше имя, фамилию, которую вы вот здесь как раз и указали в кабинете, в разделе «Мой аккаунт» в описании. Вот аватарка, вот имя, фамилия. И, соответственно, человек сам указывает имя, имейл, мобильный телефон, пароль, распознает капчу и регистрируется. И попадает в кабинет. Ему также на email придет уведомление о регистрации с его email и его паролем. То есть вот таким простым способом вам нужно взять под этим видео в описании ссылочку и после равно прописать ваш ID. И соответственно у вас при переходе по ссылке будет вот такая вот форма регистрации.